Рожденным в Советском Союзе этому поколению людей посвятили молодежный новогодний бал. Проводить уходящий 2014-й собралась самая активная молодежь Ненецкого округа. Молодежный новогодний бал по традиции – итоговое и долгожданное мероприятие Центра поддержки молодежных инициатив. Приглашение получили около 100 активных и целеустремленных молодых людей. На протяжении 2014 года они побеждали в соревнованиях, развивали свои способности и сами организовывали мероприятия. Это активная молодежь, которая весь год активно участвует в мероприятиях, показывает результаты в конкурсах различных, там получает премии. Вот в конце года мы собираемся, подводим итоги, ну, немножко отдыхаем. Уже четвертый год подряд бал проходит в особом формате. В этом году у нас молодежный новогодний бал посвящен теме «Рожденный в СССР». Мы решили вспомнить прошлые года, поддержать. Многие из нас рождены именно в те времена. Благодаря созданной атмосфере, звучащей музыке, оригинальным нарядам и предметам интерьера, каждый окунулся в атмосферу прошлого столетия. Центр молодежных инициатив вообще отличается креативностью на такие новогодние вечера, на новогодние баллы, карнавальные. Выбрана хорошая тема, рожденный в Советском Союзе, мне кажется, очень патриотично, особенно в наше время. Вот, и решили поддержать рабочий класс своим видом, да, вот, маляр, попытка побыть шахтером немножко, почувствовать, что это такое, да. Конкурсы сменялись музыкальными паузами, когда все могли танцевать под популярную музыку 80-х и 90-х. Ярким было и выступление сборной команды КВН Ненецкого округа. Надежда Литкова, Вадим Носкин, телеканал «Север».